Вот я его и открутил. Сейчас попробуем запустить. Welcome. Что он напишет далее? Что тут у нас? Работает бодро. В принципе. Надеюсь, Антон будет доволен. Это мы опустим. Поезд надо изменить, наверное. Как всегда, пинг-сайт. Поставим Москву. Что у нас тут найти? Такой телефончик, две сим-карты, слот для карты памяти, батарея, как и заявлено, 2930 мА. Собственно, вот и все. Остальное напишу в комментариях. Сейчас он идет владельцу. Всем пока, спасибо за просмотр.